Вот то, что я говорил. Вот так вот. Именно это я и имел в виду. Карагор просто не знает, куда ему деться. По-моему, там труп Карагора он расстреливает. Ты посмотри, он сокрушает. Уничтожает. Вот так вот. А вы смотрите Perpetus Play. Меня зовут Саша, а это Средиземье. Тени войны. Сегодня очень много планов. Все хочется попробовать, много чего вы описали, и это сейчас мы все попробуем воплотить. Конечно же, будут еще сетевые арены. Конечно же, сейчас заглянем в гарнизон, откроем сундуки, что в них такое, поглядим. И, естественно, хочется попробовать сетевых вендет, но их пока что нету. Я, честно говоря, не помню, и даже не то, что не помню, я не знаю механику того, как они, в принципе, появляются. Есть только сетевое завоевание, но с ним мы повременим, потому что на все времени не хватит. А может быть и хватит, не знаю. Начнем с малого. Дело в том, что, конечно, наш Тухорн балалаечный бард стал легендарным. Да, это факт, он стал легендарным, он пробился, но... Вся беда вот в чем. Он 29 уровня. А это уровень, ну знаете, это уровень где-то грязи. Вот примерно такого уровня. Грязь под ногтями, даже не Саурона, нет. Грязь под ногтями Саурона намного выше уровнем. Под ногтями Назгул. Вот где-то такого уровня. Причем даже не на ногах, а на руках. Вот где-то вот такого. Хотелось бы его повысить. Потому что он, ну, в низшей лиге, скажем так. Он победил в низшей лиге. Хочется посмотреть, что он еще может. У него пока что серия из 5. Будет ли из 6 побед? Или это приговор? Я не знаю. Кстати, было интересно мне, поменяется или нет. Сейчас посмотрим, поменяется ли противник или нет. Или это типа вот заточенный. Не, меняется, но разница невелика. Поехали! А может быть, это была его смерть только что. А сейчас выиграет. Балайку наголо и вперед. Да, конечно, это единственная его фраза. Подожди. А вот это вот интересно, да? Ну, посмотрим. У кого балалайка покруче? По-моему, у барда. У барда-балалайчника. Может быть, легендарность дает о себе знать, а может быть, еще что. Но мы сейчас видим, у кого Шварц-то сильнее. Это что-то там на свои зубы показывает. Ясно, перехватил инициативу. Ничего, Барт, соберись. Ты знаешь, что ты можешь. Все, ты можешь. Хотя, парни тоже наваливают, между прочим, бардовские. А? Барт, ну ты чего? Вот, умничка. Там еще буквально пару хуков. Хотя он не пользуется ими, он так, оплеухой умеет. Это вот его. О, молодец! Узнаю, твоя тема, красавчик. Давай еще! Ну, вломи его! Куда ты побежал? Это порой удивляет. Есть! Все-таки Шварц Барда намного круче. Он победил в честном бою. И не важно, что это высший Бард, легендарный. Все было классно. Это ж надо было так попасть, да? На барда. Победитель, боец арены. А, типа, когда 5 серий из 5, то все будут дальше такие сундуки, да? Это весело, это прикольно. Давайте и заглянем, посмотрим, что там в сундуках. Я вообще не зуб ногой. Я буквально сейчас исторический момент. Я жму на эту кнопку впервые в жизни. Да ты гонишь! Почему? Почему? Что это случилось с тобою? Чё ты мне... Брешешь, а? Ну, я так понимаю, надо, чтобы просто времечко прошло, да? Или эта игра намекает, что нужно убить барда? Только что можно было, то... Я уже даже не знаю. А это канает, это катит под магию Мордора? По-моему, более чем. О, кстати, да. Это тоже я хотел сделать. Посмотреть предметы, что там прилетело. Этакого такого. Ну, понятно. Ясненько. Ничего такого, да? Хотя нормальные зарубки на этом мече. Нет.
Нет, 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 нет. О, здесь есть даже легендарный. Где мы его нашли, я не помню. Не то. Не то, не сё. Эльфийский, да? Но... Да нет. Нет, 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 нет. Наш как-то покруче будет, да? Белые есть? Белые всегда есть. Ой, я же говорю. Нормально. Молотки. Какой-то новый молоток или что? Или лук? Лук. Отравит. Я не люблю этого. Они нехорошо на это реагируют. Нет, лучше взрывать головы. Хотя насквозь пронзание это неплохо. Ладно. Броня. Оу. Ха! Ну, в принципе, если улучшить, может быть, она как-то и будет более-менее выглядеть. Но сейчас смотрится как самая бомжовая накидка, сделанная руками орков. Хотя для орков это прям высший пилотаж. Шанс критического удара под действием огня увеличен на 63%. Детали он не любит гореть. А вот восполнение эльфийских выстрелов, это, ну, правда, после убийства капитана. Оно порой и не надо уже после убийства капитана. Напишите в комментариях, как вам такой внешний вид. Если ее прокачать, она будет выглядеть чуть-чуть получше. Хотите ли, чтобы мы поменяли это? Это улучшено, если что. Вроде бы. Не помню. Но вот это. Это можно улучшить. Убить трех врагов, пребывая под действием огня, не такая большая проблема. В принципе. Так что напишите в комментариях ваше мнение по этому поводу. Белых нет, значит. Плащ, 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 плащ-палатка. Где тут новая? Не то? И все, да? Ну, не люблю я без капюшона. Не тот фасон. Даже ладно, там еще белые какие-то есть. Где ты их наковырял? Кольцо. А кольца у нас... 40 уровня белая, ясно. Ничего, в общем, здесь ничего. Прокачать неплохо бы Талиона, и хотелось уже на самом деле... Так, здесь что такое у нас? Подчинение капитанов, да, точно. Подчинение капитанов. Взорвать головы. Исцелить всех находящихся рядом. Или же... Ну, в принципе, было вот это. Было вот это, но в этом вообще нет никакой фишки. Я вообще в этом не вижу никакого понта на самом-то деле. Да, порой надо их убить, но их проще расстрелять. Это крайне редкие случаи. Возможно, тем более для сетевых арен, возможно, вот эта штука будет поярче. Вот ее и вкатим. Мне кажется, что она будет поярче. Так, еще хотелось, наконец, научиться летать на драных драконах. Ну, новым Талионом, скажем так. Уровень растет понемножку, мы уже практически все прокачали. О, отлично, это то, что я добивался вот этим всем, паузой. Ваши сторонники орки готовы отправиться в любую область. 0 штук. Класс. Это что такое? Инструкции по боевой подготовке. Нет пока. Есть неоткрытые сундуки. Выбираем их. Здесь можно посмотреть ваши еще... Они открытые сундуки. Эти сундуки, которые вы получили во время сетевых виндет, сетевых завоеваний, после боев в сетевых бойцовских ямах и за испытания сообщества. Чтобы узнать, что находится в сундуке, надо его открыть. Вот это да! Неужели? А я-то думал. Ну да, пробел надо нажать. У нас есть сундуки самого галимого качества, да? Или как они зовут? Они без названия, да? А, новичок, ветеринар... Опасный. Это прям Талион уже почти. Эксперт. Во. А это уровня Саурона, да? Хотя на самом деле тут увеличивается просто количество плюшек, да? Ну, наверное, и качество. Я не знаю. Конечно, начинаем с говна. Как тебе открыть-то? Подержать. Чего это такое? Подготовка воина. Угу. Ну, хрень, конечно. Давай дальше. Или тут только такие и будут? Да ладно, ну третий посмотрим. Если одно и то же, то... Одно и то же. В дальнейшем какие даже открывать не будем. А-а-а.
Сторонники получают отряд штаносцев. Ну да, конечно. Еще Балогов отряд самоубийц. Хорошо, посмотрим, что здесь. Какого качества говнецо? Поднятие уровня еще что-то там повышает уровень сторонника. Это огненное оружие. Ох, не люблю я это дело, но чувствую, может быть, и применим как-нибудь. Чего еще? Опять. Это что, на полтора уровня? Вот это да! Вот. Ну, я... Уровень, конечно. Нет, ну, конечно, шоколадного качества, ну, в кавычках, говёное, но все-таки сторонник получает отряд охотников. Ересь. Давайте опасного попробуем. Чего-нибудь такого опасненького. Три штуки. Говно. Такое себе. И отряд воинов. Понятно. Ну, давай еще. Мне интересно, на самом деле, что в желтых. Если тут такое говно. Ну, я просто не вижу этому применения особого. Карагора. Да ладно. Я их терпеть не могу, когда сторонники на Карагорах. Я бы их только убирал. Ну, а все остальное мы видели. Ну, давай эксперт. Эксперт-то уже должен быть еще повыше качества, да? Сундучков-то. Ага, сейчас повыше качество. Великолепно просто. Отряд лучников. Ну, один из самых неплохих отрядов. Если капитан не тупит, а впрягается, покуда они расстреливают. Против вологов качественно работает порой. Еще один эксперт, прежде чем перейдем к самому вкусному. Ага. Щитоносцы, да? Угу. И Карагор. Кошмар. Ересь. Ну, теперь мне очень прям хочется, чтобы здесь было, ну, что-то как-то поинтереснее прям. Давай. Интересно аж обосраться. Окей. Ну, я так понимаю, качество здесь везде одно и то же, оно просто тупо количество. Окей. Это что такое? Отправить сторонников в гарнизон? А что, я думал, я... всегда могу отправлять сторонников в гарнизон. А это, оказывается, для этого еще специальная фигня нужна? Дикарей. Ну, это неплохо. Это, конечно, херотень. Я бы понял бы, если бы выше 80-го можно было повысить вот этой хренью. И не до 85-го, а до хрен знает какого. Но этого нельзя сделать, и поэтому я просто не вижу в этом никакого смысла. Вы получили инструкции по боевой подготовке. Они позволяют улучшать ваших сторонников. Посмотрите и использовать инструкции можно в соответствующем разделе в гарнизоне. Вы также можете использовать их в меню армии. Выберите сторонника, нажмите 3, чтобы отдать приказ. Все понятно. Все ясно. Просто заглянем, посмотреть, как оно там выглядит на самом-то деле. Инструкции по боевой подготовке. Картинка красивая, а внутри говно. Шлакоблок. А, можно купить даже. Подготовка легенд, победителей. Понятно, но это вообще. Мастер яда, мастер проклятий, защиты. Могучие алоги. Квакучие алоги. А это что такое? Сторонник получает отравленное оружие. Ну, понятно. Огненное и алогов... Не, подожди, огненное. Проклятое. Ясно. Ничего такого, чтобы я сейчас прям хотел применить. Надо применить селекцию. Вот что надо применить. Но! Сперва. Песнь подлеца не знает конца, правильно? Я не знаю, как вызвать сетевой вендетту. Наверное, надо сдохнуть. Наверное. И даже я хотел немножечко побегать, поискать оложек. Потому что, ну, как-то совсем без оложек как-то кисленько. Хотелось бы хотя бы одну селекцией нормальную оложку такую. Но, все-таки. Еще разок рискнем. Обязательно это будет какой-то... Нет. Ну ладно. Хорошо, Барт. Давай, жми. Я вот, знаете, каждый раз, когда я отправляю, думаю, когда же... Сука, я таких даже не видел. Серьезно. Надеюсь, ты уже выкопал себе могилу. Надеюсь, нет. Я каждый раз отправляю его, прощаюсь с ним. Но песня-то не знает конца, да? А вдруг вернется еще, если что. Ага. Так.
пацанов он, конечно, киляет. Это все? Наглухо? Не, выжил. О, бардушка, это ты молодец, ты подход нашел. Умница, давай дальше так. Еще буквально 5 китков, и все будет в ажурчике. Вот, пробил щит. Знаете, мне начинает казаться, что бард не так и плох. Что ему не просто повезло. Неплохой пацан. Так. Это ненужная была абсолютно, бард. Ты отхватываешь, понимаешь? Ты отхватываешь. Опа! Мне почему-то кажется, что они пробивают здесь щиты. Что очень странно. Да ладно! Бардушка, блин. А, тому тоже досталось. Ну хорошо. По-моему, сейчас просто выйдет победителем и все. Как нехрен. Что это было, я не понял. Красивый прием, да? Нормально, он лунной походкой и морду набил ему. Правильно. Красавчик просто. Умничка ведь. Нет, серьезно, до этого мне казалось, что ему просто физло. Нет. Умница. Щитовика, да? Задрал. Сундук победителя выиграл. Опыт получил и... Такие дела. Молодец. Давайте все-таки. Все-таки. Устроим селекцию оложек. Они есть здесь на карте где-то у нас? Где-то же должны быть захваченные сидеть. Чужеродные такие. Я просто не знаю, где именно в этом замке они. Находятся они в разных местах, в рандомных. По идее, должны быть. Хотя бы посмотреть, послушать голос бархатный. Если будет, конечно. Так, ну свои есть. Они, конечно, могут там быть из-за... А, вон. Вон где он. Чего, на башню, что ли, загнали? Ты серьезно? А... Тебя ничего не смущает, пацан? Только серьезно. У нас? У нас в городе крыса. Освободить? Конечно, освобождаю. А, ну да. Далее он как угодно может глумиться, да? Давай еще так. Давай, понравилось. Хопа! Чик! А, ладно, ладно, ладно. Далее он все добрый. Или недобрый! Или добрый. Или недобрый. Нет. Ух ты! Молодец, молодец. Оп! Издеваемся как можем. Но, блин. А фиг с ним, пускай живет. Серьезно, мне будет интересно, останется ли он, если его не грохнуть. В следующий раз. Если вам тоже интересно, напишите в комментариях. Вот так и напишите. Интересно посмотреть, останется ли крыса. Или просто посмотреть на крыс. Блин, неужто у нас из-за того, что не прокачанная крепость, никого не... Может, за крепостью, может быть. Может, прям... Может. Если серьезно. Просто хочется не только сетевых аренд, потому что они, конечно, прикольные, хотя они на самом деле не так сильно отличаются от обычных аренд. Но отличается, есть. Существенная разница есть, конечно же, безусловно. Но тем не менее. На самом-то деле их главное отличие в том, что... Нам везет пока что. Это, во-первых, нам везет. Ну, барду везет. А во-вторых, то, что... Там чем выше уровень, тем больше жопа, да? Чем больше сила, тем больше ответственность. Правильно? По заветам Человека-паука. Так. Вот где-то там... Могут быть, нет? Нет. А в Серегости было или где-то? Мне даже кажется, что это потому, что у нас недостаточно развитая крепость. Надо будет ее прокачать. Хорошо. Так. Ага, значит, оно появляется от времени, да? Или это тот крендель, который только что просрал? Я не знаю, механику этого дела. Попробуем. Окей, попробуем. Посмотрим, что там такое. Вы нахваливали эту штуковину. Вот мы ее сейчас и оценим. Значит так. Начать. Угу.
Какой-то щитовичок. Ну, окей. Мне не принципиально, тем более вы писали, что далеко не один может быть орк. Но, возможно, это на более высоких уровнях Талиона. Я не знаю. Но поглядим хотя бы. А потом можно будет поглядеть и на сетевые завоевания. Но хочется, если мы сейчас завербуем, как минимум, ребят посмотреть на аренах, посмотреть в каких-то заказных боях, потом посмотреть тот, кто получше, чтобы отправить не самую шваль на сетевые, а прям вот самый сок, так сказать, чтобы они проходили определенное количество кругов ада перед тем, как прям вот в самое жерло. Пока что выжил только Барт. Но как выжил-то, а? Красавчик, щитовика порвал. Да. Этих алогов не стоит бояться. Главное, это типа дальше, когда они будут пердеть. Главное, вообще не приближаться. Убить алогов, которыми командует скрытное убийство. Ну, можно попробовать. Можно попробовать и скрытное. Можно попробовать и скрытное убийство. Никто ничего не видел. А они охотятся за Талионом, но никто ничего не видел. Это херня. Нет, видел. Ладно, десантник. А кто убил алога без моего участия, а, суки? Они дохнут сами, что ли? Так, ладно. Собак спустили, что ли? Опаньки! Я тут вас выслеживаю, парни, а вы сами, оказывается, к мне на поклон пришли. Молодцы, молодцы. Так, и они здесь везде. Чик. Хорошо. Давай, 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 скрытненько. Это было скрытно. И там... Блин, еще одного можно было, но не зацепили. Да-да-да, парни, сейчас, секундочку. Кто убил алога, серьезно? Чик! Скрытно все сделали. Это просто было, знаете, так сказать, посмотреть, что Талион не совсем заржавел. Красиво. Шоколадно просто. Не хватало здесь еще одного, да? Аложка. Но сейчас будет. Молотками забросаем на подходе. Есть. Выпускайте приблуду алхимика. Разжигатель воин, танк. Алоги слишком редкие. В Мордоре каждая потеря болезненная. Но по-настоящему болезненной будет смерть того глупца, который сделал это. Запуканный. Он боится неизвестного капитана. И он 44 уровня. Сучонок. Ладно. Ладно. Здорово. Нормально тебе? Я еще не встречал тех, кому так не нравилось страдать, как тебе. Такое чувство, ты что, ты хочешь превратиться в какую-то более чистую форму? Уга-куга. Я не знаю, в какую более чистую форму Талион может превратиться. Он самый чистый, несмотря на то, что он самый злой. Это факт. Как ни странно, Талион получается здесь и хороший, и плохой, и злой. Серьезно. Оп! И горим. И никто... Я говорю, никто не спасет, а ты спасаешь. А, ну, ясно, он больше хотел вломить тому. Слушайте, а алогов-то здесь просто... С перебором. Вот у него было прям 5 штук там, да? А сейчас прям увеличилось количество, да, каких-то необъятных размеров, я даже не знаю... Надо воспользоваться услугами бардовской песни. Так, не затоптали мне огонь. Опа! Хорош. Зеленые камни пошли. А давай еще. Где там наш 44 уровня? Горим еще. Красиво. Еще давай. Оп. Хорош. Отлично, теперь врубаем турботягу. И где ты там есть? Казни его, казни разок. Оп, молодец, еще раз. Ну давай же. Успел. И за это можно еще пару раз. Сверху. И еще разок.
Да сколько ж тебе надо? А, все, нормально. Да хватит его лупашить, я его уже добил почти. Нормально все. Вывели из себя человека просто. Чуть-чуть. Недостойный трус. Угу. Да ладно, не плачь. Мы тебя возьмем в армию, я серьезно тебе говорю. Возьмем. Не волнуйся. Да, но это, я так понимаю, сундук дали какой-то. Или нет? А хрен узнает. А, до 1000 нужно добить. Ясно. Я рассчитывал, что их будет больше, на самом деле. Или я что-то путаю? Нет, во время сетевых завоеваний, конечно, там их будет больше. Но хер его знает. Пока что Талион не 80 уровня, я так понимаю, можно соваться и туда, и не сильно-то там и обосраться. А вот то, что делают парни, которые достигли 80 уровня, это совершенно новый, качественно новый уровень надрочки замков. Ну, я просто видел на Ютубе, там просто страшно даже смотреть на этот замок, не то что нападать на него нахрен надо. Вот. Конечно же, я уверен, что не всегда на таких можно попадать, даже достигнув 80 уровня, но все равно не очень приятно. Вот. Потому что, ну, не знаю, у меня нет никакого желания так надрачивать армию. За выполнение сетевой вендетты вы получите сундук со снаряжением за вендетту, а также военные трофеи для себя и отмщенного вами игрока. Угу, просмотрите, открыть сундуки можно в разделе «Гарнизон». Если выполнить особые условия в ходе сетевой вендетты, вы получите, можете получить легендарный комплект снаряжения. Эти условия перечислены в меню руководства. Конечно же, я не буду их читать. Но мы получили меч. Давайте посмотрим на этот меч. Это у нас меч. Ну, такой, типа назгульский. Назгульский. Накопление мощи при ударе по ошеломленному капитану 8 единиц. Получение здоровья. Менее 30% урон в ближнем бою повышается на 28. Честно говоря, вот последнее время у Талиона либо сразу снимает всю жизнь, либо пол жизни. И с следующим ударом полную. Поэтому 35% мы даже не доживем до этого. Ну, это очень редко, крайне редко. Да и мне нравится наш ультра-шикарный меч. Это самый крутой клинок, потому что он выглядит четко. При этом он замораживает. Это охренеть как классно. И каждый удар глефа вызывает взрыв. Это просто имба. Все вкусное вкупе. Что там? А, это про этот меч, да? Да-да-да, у нас его никогда не было у старичка Талиона, потому что он вне закона. Но это все делалось для того, чтобы пацана найти. И он же, по идее, где-то у нас здесь должен быть? Или не совсем? Или нужно было его завербовать? А, понятно, понятно. Мы оказались слишком низкого уровня, мы не смогли его завербовать. Вот в чем фигня. Мы просто отомстили. Ну, такое бывает, да, такое бывает. Хорошо. Тогда мы можем взять вот этого пацана и посмотреть, почему же так мало бойцов со щитами на сетевых вендеттах. Как минимум. А можно еще одну выполнить? Ух ты, какой. Мне просто интересно, путаю ли я что-то, или их можно завербовать, ежели... они будут подходящего уровня. Хочу как минимум попробовать. Так. Потому что вроде как парни могут быть неплохими. И там еще даже неподалеку то ли артефакт, то ли что-то такое, надо его взять. Фикс. Камни сыпятся до сих пор дерьмовые. Неплохо бы там пособирать все эти фиговины вне записи, но не хочется это делать вне записи по одной простой причине. Как только я стараюсь это сделать, всегда появляется какой-то алог или орк, который обманул смерть или просто засадил, причем так интересно засадил. А, здесь наш шелоп. Ну хорошо, возьмем шелоп. Шелоп, шелоп. Жлоб, короче. Выше вроде бы, да? Возьмем ее. Совсем высоко, да? Парни, нужна ваша помощь. Да, а можно еще повыше? Там есть кто-нибудь на дежурстве сегодня? Да, есть. Нормально. Так, где-то чуть выше еще, да?
Вот жлоб залез-то, а? Высоко. Еще выше. Да ладно, только не говорите, что оно на самом дне где-то. А, вот оно. Пряталось. Давай, иди сюда. Да все. Талион. Прекрати поясничать. Они знали, как туго Талион забирается, поэтому сделали все именно так. Так чё ж тебе там дома в пещере-то не сиделось? Полезла к Саурону в постель, а он обиделся. И обидел. Так, где-то вот где-то та, тут, вот. Нет, нихера. Вот. Да. Марширующие отряды куда-то там прут. Ну, в общем, на нее же нападать вроде как. Может быть, и мечтает. Пока что у нас сейчас, скажем так, если получится завербовать, это будет сетевая селекция. Селекция сетевых вендет, даже так будет точнее. Кто там? Жаль, здесь не пишут уровень, чтобы сразу знать. Котик в кружке. Почему нет? Почему нет? Ладно, комментировать я это не буду. Хотя много чего можно сказать по этому поводу. Но интересный. Как минимум интересный. Хорошо. Хотелось бы, чтобы еще и парень был интересный. А там мы даже сейчас не знаем, за кого мы мстим с Талионом, потому что мы не читаем ни хера. На самом деле плевать. Талион действует по схеме «Джон, мщу за всех». И все. За себя-то он не мстит, а за всех остальных мстит. Ну, потому что за себя как бы некому. Не, есть кому Саурону, но... Я пройду сквозь твоих щитоносцев, как сквозь говно. Потому что Талион всегда идет через говно. Так, скрытное убийство с краю. Ну, давай с краю, давай с краю. А я не помню. С краю это типа вот так. Хоп. И ползем. Принц Персий ползет. Ползет. Чпоньк! С краю. Все, а то у них терминология здесь такая хитрожопая. О, вон еще один скраюшник. Но надо спрятаться, покуда он нас не заметил, да, Талион? Надо, чтобы он немножечко переместился куда-то. Хотя он нихера и так не видит. В упор. Ладно, я знаю, что мы сейчас сделаем. Сука, прям сюда смотрит. Давай. Ай, Талион. Что ты будешь делать, а? Прячемся от него, капец. Там надо будет с парнями поговорить. Ползи. Ты чё, устал? Эй! Что такое, Талион? Да я тебя умоляю! Действительно, он может устать? Я даже вижу, как он соскальзывает. Да ладно, ну ползи же ты! Ладно, видимо, Талион хотел, чтобы орк сам подошел. Хорошо. Окей. Обалдеть. Так, ну и еще вон тот парень, да? Если, конечно, они спалили, да? Хорошо, спалили, это не беда. На самом деле, мы можем всегда убежать. Они нас не заметят. А ведь было бы с краю с тобой. О, воу. А можно ли подозвать? Я не помню, как. Нога. Падла, ладно. Хорошо. Хорошо. Давайте вот того, который сверху бродит. Он же явно нас уже потерял. Даже не сверху, а вот этот. Во, как быстро здесь, а? Как ноги подключил, так сразу, так быстренько, да? Чик. А тут уже лично, без кела. Все, нормально. Давайте теперь убить щитоносцев. И какой-то капитан здесь прибежал. А что он хочет-то?
Птошка! Чё? Во, видите, заледенел сразу. Парни, ждем. Просто убьем, да? Просто убьем. Ладно, не будем. Как минимум, это же тоже считается за сетевую вендетту. Сейчас все. Все, что здесь творится. Давай попробуем. Перейдет он к нам, не перейдет, я не знаю. Заодно и проверим. Давай, иди к нам. Или железная воля. Не, нормально. Берсерк. Он прямо оборотень. И глаз не видно. Голос такой. Серьезно, голосина качество. Ну, кромсай их, кромсай, конечно. Нам нужно порешить еще 9 человек. Проще всего это будет сделать вот так. Парни. Где вы там бегаете? Вот вы здесь. Ай, ладно, наслаждайся. Пам! Да он сгорит. Да он точно сгорит. Он 100% сгорит. Тебе. Голова с плеч. И побежали внутрь лагеря. Куда ты попер? Ты не уйдешь. Ты не уйдешь! Отлично. 5 уже порешили. А осталось буквально всего-то ничего. Красиво, да? Развернулся, не пойми с чего бы-то. И начал клепать. Я ждал этого удара его. Хорошо. Ты, значит, и вот ты, значит... А, тебе не хватило. Хватило, все. Окей. Буквально еще один последний. Да ладно. Ну, хорошо, парни. Давайте вот так. Никто из вас не раскрылся. Нормально. Догорит или нет? Ждем. Эх, вытянул. Красавчик. На. Все, прибыл. Поджигатель. Болг. Сука. А у нас 43 или 42? Чем они больше, тем громче падают и тем сильнее. Фатально вкусные для зверей. В принципе. Блин. А реально набить 43 уровень, а? Нереально. Нереально. Так, давайте драконов пора апгрейдим. Ваш дракон получает значительно меньше урона от атак врага. Ваш дракон может выпускать огненные шары. Давайте шары. Дракон с шарами. Это, конечно же, лучше, чем дракон без шаров. Естественно. Хотя, на самом деле, и то херь. Блин. Почему же они такую подставу-то мне постоянно выкидывают, а? Да все. Нормально тебе? А тебе? А вам, парни? Кипяточку подбавить, а? Как сколько вас тут летит вообще? Ой! Моя собственность. Каждый порабощенный мною орк наносит мое... Носит мое клеймо. Отпечаток железа на опаленной плоти. Скоро я наложу клеймо на все... Да ладно, ну что ты за весь Мордор-то не рассказывай, а? Червь! Посмотри, сколько орков пришло лишь для того, чтобы оторвать тебе голову. Можешь собой гордиться. Кровоглот. А вот это уже интересно. Вот это уже интересно. Давайте попробуем все-таки оторвать Талену голову. Конечно, давайте. Но в турборежиме, я думаю, вам будет это сделать прям сложненько. Казни разок его. Казни. Молодчинка, еще немножко постреляем. А, бывает. Бог ему судья. Позор. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, некрасиво-то как было. Хорошо, парни, я понял вас. Оп. И все дела. Почти все сломались. Кроме этого. И там еще парочки. Yes. Как же мне нравится, когда... В такой толпе. Когда все горит, когда ад вокруг. Тален просто-напросто раком ставит орка и практически его порабощает. Но отпустили в этот раз тоже, да. К сожалению. Скрытное убийство с края сделаны. Сейчас тоже что-то легендарное дадут? Из шмоток или нет?
По-моему, должны. Дадут или не дадут? Бывает, что два врага одновременно наносят вам удар. Дважды нажмите правую кнопку. Ага, а бывает и что 10 наносит. Одновременно, особенно когда играли Баронором, это было просто фигаско какое-то. Когда ты понимаешь, что там уже никак не уйти, они просто вдвоем действительно одновременно наносят удар. А то и вчетвером. А двух отбился, и там все. Кирдык. Но это был своеобразный классный опыт. Ну, учитывая, что мы играли-то на гиперсложном уровне. Хотя я, честно говоря, уже подумал бросить. Да. Сейчас, если что, есть в плейлисте старичка Талиона. Баронорыч. Но там все сурово. Да, дали все-таки колечко на память. Фиолетовое. При понижении здоровья до 35% урон повышается на 13%. Ну, херь. Истощая или подчиняя врагов, вы восстанавливаете на 100% больше здоровья. Вот это прикольно. У нас было такое, а другое немножко. Но сосредоточение неплохо здесь восстанавливается. Не, пока не будем. Пока не будем. Все в порядке. Да, уже два из вендетты сетевой. Хорошо. Почему оно не уходит? Или нужно поводить здесь? Почему оно светится постоянно? А хер знает. Ладно, я думал, нажмешь на него и все. Я хочу посмотреть, этот остался или нет. В гарнизончике-то. Нет. Серьезно, того оборотня нету. Понятно, значит, до лампочки. Вербуй, не вербуй, там проще их убивать, нежели позорить. Ну, и даже не проще, а интереснее получается, да? К сожалению. Ну, ничего, ничего, будем знать. А, значит так, торговец смертью. Надо его как минимум взять. Хотелось бы сологами, но, блин, их что-то вообще капец как... Как-то не пошло сологами, да? Или можно выкрутить кого-нибудь здесь поблизости? Такого. Алога натурального есть? Нет? Сука, нету. Есть рабы, но они с этими, с ящиками, это те, которые бегут всегда. Бегущие всю жизнь. О! Надо на него посмотреть. Надо на него посмотреть. Достоин или нет? Ложка! Еще чуть-чуть поговори мне. Не подходи, пожалуйста. Ну скажи что-нибудь. Он какой-то такой булькающий у него говор. Ну давай еще. Никто, говорит, не придет спасти. А вдруг? Сейчас смотрим, придет или не придет. Не, не придет. Молодец. Пророческие слова были. Угу. А соски-то ему сбрили. Угу. Я рожден не для того, чтобы подчиняться. Я рожден повелевать. Блин. Если мы его сейчас возьмем быстренько, и он станет правителем, то он прям пророк-пророк. Что не скажет, то сбудется. Астеру. Угу. Чё ему там прокололи? Сосков-то нет. Ладно. И... Сейчас он кому-то жопу надерет, нет? Нет. Беспощадный. У него ничего такого нету, да? Ну, слабости мы его, правда, не знаем. Сейчас узнаем. Морда у него, конечно, отбитая. Сейчас выясним. Что с ним не так? А что так? Это теперь же у кого-то сетевая вендетта там появилась, да? Да или нет? Да нормальное место, что ты лепишь? Хорошее место. Беспощадный сейчас будет у нас в армии. Эй, ты! Оп! Поймали. Да нормально, ну чё ты? Да стой! Ладно, ты хочешь так? Давай так. Пока не добежал до нычки, можно рвать как хочешь. А, нет, пока определенное количество жизни не снимешь. Что ты скажешь?
Я уже тебя убил? Но выходит, тебе мало? Да. Талион просто хочет попасть вот сюда. А знаете почему? А я скажу почему. Потому что Талион просто очень большой фанат Квинов. И чтобы было четенько все, нужно, чтобы вот здесь вот еще один был череп. И они все вместе пропоют Галилео Фигаро. Потому что так надо. Ему даже вон что... А, это Талиона штык выставился. Нормально все будет сейчас. Давай, трусы твои красные на арене тебе могут даже помочь. Ай-яй-яй, нехорошо так делать. Как красиво, да? И кто? Кто? Кто из вас? Кто? Ты, да, все-таки? Ну нет, извини, пацан, сегодня не твой день. Хотя у вас у всех сегодня такой себе день. О, да! Хорошо, красиво. Быстро берем. Берем быстро. Кто-то хочет сдохнуть все равно. Да? Ладно. Ладно. Да, завалите его. Суки, а как до хрена-то вас, а? Прям здесь Шайлобавщиной такой понесло. Парни. Ай, кто-то у нас модный. Может, разъяришься от этого, нет? А мог бы ведь. Ладно, на тебе еще раз. Красавчик, молодец. На тебе тогда. Вот этому даль. И этому в рог тоже. Ну и тебе, конечно, конечно, не переживай, не волнуйся. То он уже поломался. Главное, чтобы никакая собака-хроняка-то в голову не пальнула. А ведь может. Кья! Молодец, Талион. Кья, это всегда работает. Да не руби его, сейчас же убью. Убьешь ты, ёперный театр. Хоп, красивенько. Молодец. Лечиться будем, нет? Будем, но не в этот раз. И такого всего заледневшего, заиндевевшего берем и отправляем к нам в армию. Давай. Да, светлый твой хозяин. Понял? Давайте все-таки в порядке исключения. Я хотел немножко проводить их через арены. Но в порядке исключения посмотрим сразу же на то, как он себя поведет на сетевых аренах. Вот прям, блин, хочется. Ну, давай. Вот. Хотя можно. Можно разочек, да? Ну, хорошо, окей. Один раз на победителях он, как минимум, должен показать. Да ладно. Здесь же они? Да. Сейчас глянем. Если прям за... Ну, этого должен завалить. Может, даже после этого кого-то. Но хочется знать хоть чуть-чуть. Не то, что наверняка, но хоть чуть-чуть что. Ну, не такое говно мы отправили, да? Ты неплохо справляешься. Ну, а теперь твоему везению, трейндос. Храбро говоришь. Посмотрим, как ты будешь храбриться, когда я размажу тебе череп. Че же размажу? У тебя три черепа-то на грудаке. Мне уже нравится, что он один. Без подтанцовки. Это уже ему плюс карму. Но у этого парня взрывные выстрелы. Что, если честно, может посадить алогу сердца. Что он делает, я не понимаю. Не, ну это ты молодец, конечно. Но это не очень работает, видишь. У него достаточно ядреная морда. Хотя, если 20 раз так сделать, то любая ядреная морда может и не выдержать. Расколоться. Почему он бросает себе под ноги эту хрень, я не понимаю. Искренне. Хорошие у него выстрелы, хорошие. Контролирует, да? Ну, судьба, значит, такая, да? Я знал, что сегодня с алогами что-то не то. А вот этот демон, пожалуй... Какого он уровня стал? Не говорите, что 995-го. О, отличного он уровня стал. Этот демон очень даже может на сетевых-то аренах и показать себя с этими своими... взрывными выстрелами. Парни, разойдись. В темную, в темную. Все в темную. Так.
Конечно же, одного пропера это прям сам Бог велел. Ладно, окей. Парни не дают. Не хотят. А. Не, ну это ж тебе не алок тупорылый. Хотя у него с задержкой не взрывается, что ли? Или он еще там накидал что-то? Я тебя даже и не вижу в ночи. Хорошо, кувырок. И встал, в армию пошел. Чуть спину не ударили. Становись на колени. Да зачем же, Талион, зачем же? Давай, ты будешь служить светлому. Да. Хорошо. Корк. И... Хорошая кличка. Сразу так и не прочтешь. Так. Ну, спасай теперь. А, хер там. Спасение Талиона — это вообще дело рук в лучшем случае Талиона, а иногда даже и не в чьих. Но все же, один раз мы его протестим, а вдруг Алок на него попадется какой-нибудь. Серьезно? Прям магия Мордора решила пошутить, да? Хорошо. А это не тот, Вот это он. Горлорвач. Ну давай, порви ему горло. Если Алошка его порвет, мы возьмем Алошку. Все-таки эта Алошка будет на аренах ностевых, да? Все, хватит разминаться. Да, вперед, драться, давай, драться! А этот в шлеме. Еще один тупой глоб. Сейчас посмотрим, это закономерность? Или он крайне неоложный? Что всех алогов валит. Ну, конечно, когда я начинаю за него болеть, он начинает, сука, тупить. И вот этим своим копьем размахивать из стороны в сторону. Не, ну вы понимаете, да? К чему-то идет все. Ой, жестко идет причем. Двумя ногами. Где его все взрывные эти самые копья? Где его все взрывные бомбы? Видимо, где-то не здесь. Красиво! Без лишних слов. Эдик, ты идешь к нам в армию. Эдик. Здравствуй, родной, да. Знаю, больно. Так всегда. Не надо разбрасываться, Эдик. Не надо. Все будет в порядке. Я понимаю, что не очень тебе улыбаются ностевые арены, конечно, переться. Мало ли, может, еще и не дойдешь. Да? Подождал. Эдюнчик, там что-то как-то за тебя сильно впрягаться начали. А, это уже наши тебя окружили, да? Ну, хорошо. Дай так дай. На, ой-ой-ой, как же так получается-то, а? Не-не, не надо так разгоняться, Эдик. Не надо. Еще больно сделаешь, Талион. Все в порядке. Как раз ровно такого уровня, как надо. You are mine. Давай. Не говори, что у тебя железная воля только. Великолепно. Эдик идет сейчас на обычные арены, чтобы все-таки проверить его. А то это как-то не круто. Прям такое говно, даже, знаете, вот рейтинг Талиона падает. В моих глазах лично. Когда он всякое говно отправляет, и оно дохнет сразу же. Поэтому немножечко и хотя бы его проверим. Какой, а? Ты что? Фредька! Крюгер! Хорошо. Давай. Какие валенки? Я знаю такие приемы, которых ты не видел. Блин, а он легендарный. Мы когда-нибудь приступим к делу? Или ты умрешь, что... Умеешь только болтать. Но сейчас проверим, как раз Эдюнчик может легендарного завалить, который повыше его на 7 уровней. Или не может. На самом деле, это так быстро снял Эдику всю жизнь, что я даже немножко сейчас в таком легком шоке. И Эдик горит. Но он умеет выметать. А это может значить победу. И он разъяряется. Но, блин, против легендарности не попрешь, да? Может быть, вся эта эпопея нужна была, чтобы взять одного обгоревшего орка. Я только говорил, что их нет. А вот и он. Серьезно, блин?
Это, конечно, круто. Но это будет значить только одно. А? Скоро от тебя не останется только горелое. Слушайте, а здесь он намного более красивый. С подсветкой не очень. Да ужаса боится проклятий. Ну, у него есть, конечно, есть минусы, да. Как же он дослужился до легендарного, а? С такими минусами. Да ладно. Ну, шутка, и что? На тебя. А ты тоже неуязвим, да? Куда? Ты что это? Ты уязвим. Все нормально с тобой. Да ладно, пацаны, ну вы чего? Давайте вот так тогда, а? Во. Нормально же. Главное тебя разглядеть в темноте, а то ты такой... А, все, 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 все. Да-да-да, я понял, я понял. Что-то мне подсказывает, что... Стой! Да блин! Ну ладно, ползешь так ползешь. Что он что-то не вытянет там на аренах. Но как минимум он легендарный. И он наносит дофига урона, если он не попадет на какого-то пацана, который... с проклятиями, заведующий проклятиями. Есть шанс? Есть шанс. В конце концов, наш с балалайкой чемпион тоже до ужаса боится этих самых зомби-орков. Но ему они пока не попадались. Хотя с проклятиями орки они как бы почаще бывают, почаще. Куда он бежал, интересно, а? Вот где ты? Вот, ты недалеко. Это неплохо, но, наверное, отсюда будет даже быстрее, потому что мы половину расстояния пролетим. Легендарного хотелось бы. Хотелось бы, вот. Подтвердить, так сказать, легендарность. Не заслужить ее, а подтвердить. Так ли он легендарен, как ему казалось? Че, это не та стена? Та. Ползи, ползи. Во. И осталось каких-то 400 метров, 300 футов. Вот он бродит здесь. Скак. Во. А для симметрии, да, как хорошо? Скак. Непонятно, то ли обгоревш, то ли обгрызанное. Ну, ладно, хорошо. Поджигатель Грога, это он молодец. На самом деле у него помимо поджигания Грога очень классные ударчики. Молодец, дунул, да, красавчик. Кого вызвал? Чё-то ты думал, никто не пришел. Ты! Думаешь, меня можно просто опозорить? Думаешь, я шрах? Сейчас я покажу тебе, что шрах может сделать с надменным розовокожим. Что шрах может сделать с надменным розовокожим? Парни, вы взорвались на месте, пожалуйста, все. А, да-да-да, извини, извини, ну извини, да. Что такое? Кто-то хочет загореть. Са. Нормально. Во, все. У нас же проклятие там где-то на мече или где-то еще. Но это у Талиона. Это у Талиона, и никто не дает гарантию, кто им попадется на арене. Не так-то много было с проклятым оружием парней там, насколько я помню. На этом 40-м плюс-минус уровне. Поэтому шансы у него есть. Но сперва, конечно же, я не могу вот так просто взять и обломать всю структуру. Конечно, он попадет на обычные арены. Конечно. А что новое? Что новое? Бой в яме победитель новое? Как это? Странно. Ай, ладно, кто-то заметил. А кто? Что за брехня? Здесь никого нет. Чё вы лепите мне? Во. Сейчас заценим. У него, мне так показалось, какие-то мега ядреные выстрелы. Это было просто вот... Очень интересно смотреть, как он снимает всю жизнь Алогу. Сразу же. Как ты выжил, я не знаю. Но все же. А это будет нехилое испытание. С топорами, парни, такие. Но... Что поделаешь? Надо! Только не говори, что ты тоже легендарный. Необычный. Ты тоже ждешь, не дождешься. Он тоже ждет, не дождется. Сиди в Ихаре. Дайте сюда ваших лучших, а не худших. Угу. Бывает.
Вот то, что я говорил. Вот так вот. Именно это я и имел в виду. Карагор просто не знает, куда ему деться. По-моему, там труп Карагора он расстреливает. Ты посмотри, он сокрушает. Уничтожает. Крутой. Ну ведь крутой, да? Мне даже на секунду закралась такая подлая мысль. А что если? Что если взять и подарить ему... А, нет уже такого, да? Нету избавления от фатальных слабостей, по-моему. По-моему, нету, да. Или же, если сделать высшую защиту от проклятий, будет эта херня или нет? Уйдет ли фатальная слабость? Ну, ладно. Пока так. Он, если что, он должен справиться. Посмотрим, насколько он легендарный на самом-то деле. Да-да-да, да, конечно, конечно. Ага, вот так вот, значит. Хорошо. Давай так. Угу. Только быстренько. Без выпендрежа. Угу. А так? Ясно. Принципиально, да? Окей. Засранный, нормально идет. Будем делать рокировку такую, конечно, чё уж. Да-да, все. Молодец. А теперь? А теперь можно. Некоторые правители очень сильно держатся за свое место. Нет, ну балалайчного я могу понять. И я его никуда особо-то и не задвигаю. Просто хочу посмотреть этого парня. Вожди-то получили повышение, а вот он. Оправдает ли доверие? Или нет? Как по мне, между прочим, орки... Ну, было бы справедливо, если бы орки лишались каких-то фатальных слабостей. Когда набирают легендарность или какое-то высшее качество какое-то. Ну, было бы нормально. Итак, первый бой против Морфеуса. Ну, давай. Хорошо, чего нет. Легендарный лог, да, значит? Какая у него причесуха. Слышь, как орёт толпа. Так вот, ты сейчас заорёшь куда громче. У них порядочный разрыв в уровне, и мне что-то кажется, что Алога сейчас вынесут просто. Или нет? Долго заряжал огненную стрелу, да? Алошка бодренький попался. И не горящий, да? Слегка горящий совсем, чисто для выпендрежа. Чё он делал, я не понимаю. Вот какого хрена он стоял и смотрел на него? О, вот это я понимаю, это красиво, да, молодец, давай. Во! Да как же ты долго заряжаешь, мать твою! Нет, нет, нет. Да-да-да! Кажется, сейчас будет последний раз. Пока. Алло, который орет, нет-нет-нет, это круто, на самом-то деле. Это круто. И, блин, вот так вот оказывается обманчиво все, да? Возвращаем. Возвращаем. Все-таки только балалаечных дел мастер может чего-то набалалаить на арене. Сетевой. Как-то вот так работает, да? А ведь хороший был орк. Нет, то, что стрелки говно, это в принципе факт. Ну, блин, как он шел? Хорошо. И это такое. Так срезался, да? Ну что ж. А, посмотрим, у него броня какая-то вылетела, да? Или что там вылетело? Я не помню. Что-то такое у него вылетело. По-моему, броня. Да. Ну, что она зеленая-то такая? Шанс того, что убитые враги взорвутся 22%. Накопление мощи при критическом ударе 8 единиц. Вот это вот то, что взорвутся, это прикольно. Но она зеленая. А-а-а! Ладно, давайте так. Что это еще такое? Со скоробеем? Ну, такое. Давайте так, если эту вы хотите, то мы вклеим эту. В Талиона. Либо же вот эту. Выбирайте. Эту, или оставить вот эту. Прикольная, между прочим. Нравится. Заценим. А что там в гарнизоне? А, они в гарнизон садятся, да?
Здесь может быть... Да, точно, я совсем забыл. Можно посмотреть ваших незадействованных сторонников, перейдя в акт 2. Понятно, это вот он. Хорошо, а если разместить? Давай вот сюда. Или куда? Влево, вправо. Не надо. Сюда прям. Разместить. Оно само выбирает, куда его поставить, да? Нормально все-таки. Вышел он. Ну, раз мы уже балалаечного поставили сюда, то все нормально. Пускай он и будет. Сундуков у нас буквально фигня. А, тут разные. Снаряжение Вендетта и сундук боец арены. А давай посмотрим. Посмотрим просто. А, угу. Фиолетовый здесь можешь попасться или нет? Кое. Тоже. Может попасться фиолетовый или не может? Завоевание, наверное, покруче будет. Давать сундуки, да или нет? Восстановление здоровья при убийстве. Зверя. Ну. Опять 25. Отравит все вечно его травит. Ладно, бойцов арены смысла даже нет смотреть. Ну, хорошо. Давайте посмотрим все-таки на лучшего. Лучшего из того, что у нас вообще было пока что. Но страшно. Но не под стекло же его совать. Это будет и у него уже какой там... А, так подожди. Если ты его снимаешь... то все заново. А этого не знал. Я думал, за ним закрепляется определенный статус. Ясненько. Но тогда и снимать его не стоит, покуда он... Покуда его не снимут другие, да? Угу. Да ладно, это труп? А, нет, не труп. Но легендарный, на 25 уровне. По идее, он-то в 25 уровне должен просто уничтожить. Если он уничтожал больших, намного более крутых. Но кто знает... Тут вон карагоры. А, сука, сразу... Окей. Да не окей совсем. А, ну может быть. Это красиво, это ты молодец. В спину это четко, настрелял именно четко в спину. Пока этим занимаются его парни, он может спокойно отбалалаить карагоров. Лучше бы он в них стрелял, конечно. Да ладно! Это была месть. Ну что ж, хорошо. По-моему, он даже пристрелил своего карагора, но может быть я ошибаюсь. Все? Давай. А парни-то наваливают, да? Хорошая у него подтанцовка. Я чуть ли не впервые такое говорю. На самом деле она чаще всего только мешает. Но, блин, как же красиво-то он расстреливает. А этот потом ошеломленный полгода стоит. Но вроде как карагора кто-то убил, я не заметил кто. Поэтому он, может быть... Да ладно! 3 раза, блин! Что-то какая-то с перебором месть. Я, конечно, понимаю, что там мужики зажали, и там месяц, все дела. Но все же. Во! Вот так. Его бесит смертельные раны... Но сейчас ему разъярение-то снимут, да? Давай, балалаечный, давай! Разбей ему балалайку об башню! Слушайте, но он выносит. Я ничего не знаю. Да, это низкий уровень, там, опять-таки, грязь с-под ногтей Назгулов. Но, блин! Он крутой. В легком весе, в супер легком весе он молодец. Новичка вырулил. Ну, хотя это новичок, да? Откуда вот эти все брони? Или это за ту еще дали? Дай посмотреть. Да, это та еще. Ух ты какая! Черная ты такая, причерная. Это прикольно. Это прям прикольно. Ну, в общем, выбрать будет из чего. Давайте еще. Ну, почему бы нет? Почему останавливаться на достигнутом, когда... Нет смысла его убирать, прятать в закрома. Да, он классный, но неизвестно, какой он будет при
при обороне или при захвате крепости. Вот серьезно, неизвестно, потому что он может себя показать совсем не так. Посмотрим, расколет ли он это сраное манго. Должен. А ложку выставил. Ого, какого? Я сражаюсь во имя Саурона и буду счастлив посвятить ему свою смерть. Так посвящай! Как всегда. Это прям торговая марка у него уже. Ай-яй-яй. Ты бы ему показал, что такое вот твоя балалайка смерти, а? Ну, что-то показал, но не то. О, молодцом! Красавчик! Вот так и надо. Вот так вот и надо прям. Во! Забалалай его до смерти. У него еще парни реально там похлеще него самого балалаять могут. Во! Во! Это его четкий уход с контратакой. Молодец! Ну все. Я рассчитываю, что башни у этого луга не будет. Давай. И? Yes! Да! Красавчик! Херач. Молодец. По-моему, он сам какого-то там 33 уровня уже, а балалайка-то у него уровней на 20 выше. Серьезно. Манго разделал под орех. Талион тоже повысил уровень, ну и нормально. Да хрена опыта дают вообще. Это какой-то читерский метод повышать талиону опыта. Просто дохерища дают, как по мне. 15, да? Это все, что я смог прочесть. Оно так выбивается, если серьезно. Итак, кто высший? Легендарный? Высший. Да он похож на выскочку, да, но... Я все-таки верю в эту нашу выскочку. Да. Сколько раз он еще это пропоет, а? Во! Молодец, неплохо начал. Давай, давай. Ай, куда ж ты? Куда тебя понесло-то? Давай, давай. Вломи ему. Молодец. Умница. Вынеси ему весь шарах. Вот. Хорошо уходит, да? Во. Вот. И давай, срубай башку. Молодчин. Не, пополам. Понятно. Куда попало? Просто куда попало, смехотуна захерачил. Целюль ему сбил. Слушайте, ну... Абсолютно я уже уверен, что он в прошлый раз стал легендарным и дослужился, в принципе. 5 побед сделал не просто так. Потому что сейчас вот хитрик в легкую. Но другое дело, что это все может закончиться в любой момент. Тем более у нас здесь обезьянка. Угу. Восставшая. Ну-ну, ну-ну. О, какая! И правда обезьянка. Посмотрим, как умело ты прикидываешься мертвым. То, что он не высший и не легендарный, ничем не говорит. Песня певца не знает конца. Да. Ядрить, это было красиво. О-о-о, а балалаечных дел мастер-то это не любит. Да все, он сдох. Чё ты там? Бесишься? Ну, ладно, карагоры будут разделаны просто под орех. Единственное, что этот крендель на 2 уровня выше. В основном нашему балалайщику попадаются ребятки поменьше уровнем. И под танцовку он валит только так. А, это ты это делаешь? Я... Тут я удивился. Ну, давай, давай. Молодец! Умница, всем так надо делать. Для чего еще нужна подтанцовка, как не отвлечь внимание, чтобы ты подошел и со спины нанес просто фатальный удар. Больно, больно, но он же сломан. Блин! Давай, ну постарайся. Ну, вали, вали, вали! Молодец! Это было красиво, между капельками. Все, башку ему долой. Давай, давай, давай! Молодец, умница, просто песня! Песня подлеца не знает конца. Молодец. У меня просто слов нет. Нарадоваться не могу.
Вроде бы, да? Казалось бы, что такое? Сука, чемпион. Легендарный. А сейчас он подтвердит. Сейчас он подтвердит, что он легендарный чемпион. Правильно? Все. Без зазрения совести отправляю его в пятый раз. Давай. И... Спаситель. О, надо же. Впервые вроде, или я не обращал внимания. Ну что ж, посмотрим. 1000 вроде даже, может, набьем сейчас. Давай. Хотя, кто его знает, какие тут парни есть русскоязычные, а? Ну, какая рожа-то, а? Ты посмотри на эту рожу. Разжигатель. Песня певца все-таки не знает конца. Ага. Там еще пацаны его делают то же самое, что и он, вроде как. Ах! Парни, рубите его! Рубите его просто! Красиво. Молодец. Вот так и надо. По-моему, его вся фишка в том, что он не тупит. Он не делает ничего сверхъестественного, он просто не тупит. И мне кажется, ли он пробивает через щит? Даже сейчас что-то там с руками ему делал, непонятно что, но ладно, неважно. Во! Да, он сносит, просто пробивается через щит. Я не знаю, как у него это получается, потому что даже талию он не особо-то и простреливает им через щит. Но хрен знает. Да. Давай! Фирменный, ну? Блин! Покатушки тебе устраивают. Это нехорошо. Вот так! Умница! В спину бахнуть это самое то! Он же у рук! Мы уже дослужились до того, что тут кто попало этих лохозавров рубит. Ну, понятно. Не, ну подтанцовка у него качество, да? Подтанцовка у него прям качество просто нереальное. Молодец, просто. Умничка. Дважды, да? Дважды чемпион сетевой. Чемпион мира, получается, да? Или нет? Нет. Он чемпион спорта. Молодец, просто умница. Я даже не знаю, как так он вырулил. Это непонятно мне до сих пор, потому что он обычный был. Мне казался вообще никаким. Я думал, его сразу же грохнут. Нет, он прям красавчик. Чемпион мира сетевых арен. Ну, скажем так. Да, опять-таки, я ничего не говорю. Это уровень грязи под ногтями Назгула. Даже не самого козырного, не короля лича, нет. Среднестатистического, Назгул средней руки, вот так вот. Но все же, козырный, козырная грязь, качественная, знаете, такая, вот. Редко такие попадаются просто. Да. Вот это, я понимаю, спрятался, да? В беленьком. Вот это самое то. Что ж, если вам понравилось... Обязательно ставьте лайки. И помните, именно от ваших лайков зависит, какими по длительности получаются серии по хронометражу. И какими, в принципе, от ваших комментариев, какими будут они, зависит. Так что пишите ваше мнение. Вы видите, я прислушиваюсь. Следующую серию я планирую опробовать сетевые все-таки завоевания. Я сомневаюсь еще по этому поводу, но хочется попробовать. Хочется. А также напишите, хотите ли вы видеть дальше балалайчных дел мастера на сетевой арене, или же он заслуженно может уйти на пенсию куда-нибудь, на башенку. Какую-нибудь ему даже специально для этого выстроить сбоку там башенку и туда его отправить. Напишите это в комментариях, если вы хотите повлиять, в принципе, на то, что будет в следующей серии. Ну и насчет, естественно, сетевого завоевания тоже пишите. А также, если вы хотите поддержать меня, Талиона, Средиземье, нового Талиона в частности, ну и вообще канал в целом, делайте репосты, делитесь ссылкой на это видео в любых ваших соцсетях, и за это вам отдельный большой респект. А на этом на сегодня все. Большое спасибо за компанию и ба-бай!